У нас вечер. Чего рыбки вон наши тут поживают так. И наша Света сидит, успевает есть хинкали и выкладывать свою алмазную вышку. Так, не так надо ее вот так вот показать. А Ваня плачет. Да. А Ване нашему сегодня исполнилось 2 месяца. И наш Ваня капризничает. Пеленку на себя натащил. Бутылочку пососёл. А чего такое капризничаешь, Вань? А чего ты капризничаешь? Ну, а чего капризничаешь? А чего такое случилось? Ваня! Да, вот такой вот он капризуля у нас. О, отрыгнул тут еще. А чего такое случилось, Ваня? Ваня, ку-ку, мама тута. А чего такой ты капризник в свой день рождения? А ты чё такой капризуля? Ну ладно. Вот такая вот у Светы вышивка получается. Там еще целая куча вышивок лежит. Да. Мы Сомика, кстати, отсадили в банку за то, что он у нас такой прожора, толстый стал. В банку пришлось пока его отсадить. А сюда мою. Да. Тут наши рыбки плавают. И там еще улитка зараза. И сидит. Не зараза ее зовут, а катушка попалась, видать, с растениями нам. А тут вот ампулярия одна единственная у нас. Потому что остальных сажал всех Сомик. Вот тут пустые ракушки от них лежат. Да, вот одна еще тут есть, но она, мы понять не можем, то ли живая, то ли не живая. Да, вот живая, это... Ну, непонятно. Скалярия. Пока вот так вот. Ну, вот Даня бегают счастливо. Скалярия золотая. Вот так вот вечер проходит у нашей Светы. Ест хинкали и делает свою алмазную вышку. Ну ладно, делай чем-то, занимайся. А я пойду заниматься нашим Ваней. Всем пока-пока. Света, помахай пока-то. Пока. Убери челку с глаз.